Знаете, какая ситуация сложилась? У партии регионов на сегодняшний день не все долетели из отпусков, и не все депутаты присутствуют. Мы требуем персонального голосования. Будет блокирование трибуны, если будут депутаты снова повторять практику игры на пианино, голосования за других депутатов. И поэтому они понимают, что те законы не пройдут, которые они собираются сегодня голосовать. Мы четко заявили, и глава Верховного Совета заявлял неоднократно, что он не поддерживает практику голосования другими карточками. Мы заявили, четко выразили свою позицию. Будет голосование, мы будем блокировать трибуну и не позволим голосовать депутатам за своих коллег.